Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Подых струн» и я, ведущий Анатолий Длуцкий. Продолжаем вас знакомить с авторской песней «Беларуси». Программу мы делаем вместе, поэтому задавайте нашим гостям вопросы, делитесь своими впечатлениями и комментарии оставляйте на сайте www.3belarus.ru. Зовут меня Александр Сухарев. Музыкой я начал заниматься еще в конце прошлого века, когда создал группу «Экивоки». Вот до сих пор этим и занимаюсь. Сейчас служу в музыкальном театре эстрады, где записываю новые песни и пою их. А сегодня у нас в гостях замечательный певец, композитор Александр Сухарев. Здравствуй, Александр, еще раз. Еще раз приветствую. Александр, мы очень рады тебя видеть в нашей студии. Вот, тем более ты знаком нашим зрителям, слушателям, как лидер, да, группы «Экивоки». Все знают песни, я специально прочитаю. «Нравится, не нравится», «Путь», «Типа», «Любовь», «Моя собака». Над чем ты сейчас работаешь? Что нового в твоем творчестве? Что нового? Вот буквально полгода назад было 15-летие группы. Она существует? Она благополучно закончила свое существование. Как раз-таки в прошлом году мы сделали 15-летний юбилейный концерт. Как раз все ребята собрались, которые со мной работали в определенный период времени. Мы сделали большой сольный концерт и друг другу пожали руки. И все пустились в сольное плавание. Я остался здесь, в Беларуси. Сейчас я служу в музыкальном театре, в молодежном театре эстрады, где я являюсь композитором и местным композитором, скажем так, да, и исполнителем. Ребятки мои разъехались по всему миру, как у нас это сейчас, в общем-то, модно, скажем так. Поэтому чем я занимаюсь? Чем занимался всю жизнь, тем и занимаюсь. Занимаюсь музыкой, пишу, пою, стараюсь веселить людей, себя веселить. В общем, все в позитиве пытаюсь держать. И это правильно. Песня. Песня. Ну, наверное, было бы глупо начинать с каких-то новых песен, поскольку если меня куда-то приглашают на концерты или на съемки, то нужно начинать с чего? С визитной карточки. Вот я и начну. Нравится вам это или не нравится, но это песня. Нам очень нравится. Я думаю, нашим телезрителям, потому что, наверное, ждут этой песни. Пожалуйста. Я люблю отпевать женихов и невест, наблюдать после свадьбы веселый процесс. И скажу вам, друзья, не тая, интерес возбуждает семья. После свадьбы супруга в надежде ждет, что муж ей накупит одежды. Только он уготовил сюрприз, предлагая взамен ей стриптиз. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Боже, как ты хороша, когда спишь, моя душа. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Боже, как ты хороша, когда спишь, моя душа. Благотворно влияние тещи, у нее взгляд на вещи попроще, и советы ее придают детям непоправимый уют. Нет распаду семейной ячейки, даже если в семье ни копейки. И жена добродушием пыша не дождется уже ни шиша. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Боже, как ты хороша, когда спишь, моя душа. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Боже, как ты хороша, когда спишь, моя душа.
будьте счастливы, молодожены. Сколько смысла в словах, брак законный. Черт меня подери, вуаля. Вот сейчас спою, да женюсь я. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Боже, как ты хороша, когда спишь, моя душа. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Боже, как ты хороша, когда спишь, моя душа. Спасибо. Александр, очень интересно, я знаю, что у тебя был пеший тур по Белоруссии. Это настолько, вот я, например, мечтаю об этом. Расскажи, пожалуйста, как ты бродил, как ты шел, как народ относился к этому? Ну, на самом деле, это просто замечательная вещь, которая вот случилась со мной в жизни. Это уже второй тур, который произошел со мной. Первый тур я сделал в конце прошлого года, в сентябре, в конце сентября, в октябре. Я ходил в Солигорск по Минской области, 200 километров по Солигорску, до Солигорска дошел. 7 дней, 7 концертов. День идешь, вечером концерт, день идешь, вечером концерт. И вы знаете, я так втянулся в это, мне так понравилось. Во-первых, то есть задача, какая элементарная задача была? Одно дело, что тебя показали по телевизору один раз, и ты думаешь, что ты звезда. Да. Но это все неправда. Все мы прекрасно понимаем, что это все не то. И я просто решил, что надо идти по родной земле и показывать себя, показывать, что ты умеешь делать. Если людям это понравится, значит, тебя примут. И я понял одну простую вещь. Людям это нужно. Людям нравилось. Концерты проходили очень здорово. Я посмотрел землю, я познакомился с людьми. Люди посмотрели на меня, и вот сейчас я ходил в Брест. В Брест я, почему именно в Брест, я решил, что если я прошел 200 километров, то потяну и в два раза больше. То есть мой тур заключался в том, что я шел две недели, количество концертов оставалось тоже, 7, просто расстояние более длинное, я два дня иду, концерт. А почему именно в Брест? У меня мама живет в Бресте, и я решил ей сделать к 8 марта подарок. И вот 8 марта я пришел в Брест, где состоялся концерт, и мама присутствовала. Да, это вот. Замечательно, это здорово. Давай песню. Даю песню. Автор музыки. Александр Суходев. Стихов. Александр Суходев. Песня называется «Моя собака». Спасибо, Александр, молодец. Моя собака лучше меня, она не курит, не пьет. Моя собака лучше меня, знает, зачем живет. Моя собака, лапы, хвост и кожаный нос. А я собака, эту жизнь прожил не всерьез. Моя собака спит у дверей, мою несносность храня. Моя собака не лесби, не гей, она просто любит меня. Моя собака, лапы, хвост и кожаный нос. А я собака, эту жизнь прожил не всерьез. Моя собака видит не так, ее мир черно-бел. Моя собака Б. Пастернак, а я так не сумел. Моя собака,
лапы, хвосты, кожаный нос. А я собака, эту жизнь прожил. В общем-то, не всерьез. Здорово. А скажи, пожалуйста, бытует такое мнение, что если песня понравилась хотя бы одному человеку, значит, песня удалась. Как вот твой критерий? Песня получилась, не получилась? Наверное, я не соглашусь с тем мнением, что если понравилась хотя бы одному человеку, то все, это хит, и песня пойдет в народ. Согласитесь, что у нас у всех, я надеюсь на это, что всегда есть близкие, родные люди, самый близкий человек, которому, что бы ты ни сделал, понравится все. Даже если ему не понравится, он будет тебя поддерживать в твоих начинаниях. Что, кстати, немаловажно для творческого человека. Я имею в виду, если твои близкие люди тебя всегда поддерживают. Нам нужна всегда поддержка. Мы люди ранимые. Если нам говорить, что все, что ты, это же не песня, можно просто погибнуть. Поэтому какова, в общем-то, вся история, как делать хит, я этого не знаю, как, наверное, этого никто не знает. Поэтому... На самом деле, моя творческая практика показывает следующее. Некоторые песни выстреливают сразу, моментально. Та история, которая была с песней «Нравится, не нравится». Да. То есть, все, она, наверное, раньше меня, получается, родилась. То есть, сначала узнали песню, потом узнали, кто ее исполняет. Причем до сих пор люди не знают, кто ее исполняет. Вот даже вот сейчас вот в походах, кстати, так это вы поете. Я говорю, да. Вот, то есть, иногда песня рождается раньше тебя, получается. А иногда бывает, что вот даже сейчас я вижу, что песни, которые были написаны давно, они почему-то приобретают свою жизнь вот только сейчас. Песни лежат по 7, по 8 лет, по 10 лет. И почему-то вот они сейчас начинают выстреливать и жить своей жизнью. Мне кажется, что не нужно какие-то задачи себе ставить в плане быть красивым для всех, быть форматным, что-то попасть на этот канал с этой песней, сюда надо попасть с этой песней. Это все обманчиво, я все это проходил. Мы все это делали, мы все пытались быть красивыми и хорошо одетыми в неплохой игре. Мне кажется, надо делать, делать и делать то, что ты умеешь. Если ты что-то умеешь делать, рано или поздно, это себя проявит, и эта работа даст тебе даст работу и жизнь. Поэтому, если ты веришь в себя, надо работать. Мне так кажется, поэтому... Я с тобой согласен, потому что это правда, это истина. И самое главное, не изменять себе. Да. Вот ты не изменишь себе, тебе нравится это делать, ты даришь, оно чувствуется. Вот так, как ты поешь сегодня, мне очень нравится, Александр. Поэтому еще пей, и нашим телезрителям, я думаю, удовольствием. Очень нравится. С удовольствием. Открыты окна, двери, и птицы улетели, но всем на это наплевать. Не нужно быть провидцем, чтоб лично убедиться, что падать проще, чем летать. Если лететь не вмочь, если в дороге сердце остыло, значит тебе помочь. Больше уже никто не в силах, знаешь, я уже не тот, и не там, и не с теми, с кем надо. Я как старый анекдот, был смешным, стал бородатым. Крадется кто-то сзади, а я сижу в засаде, пускай поближе подойдет. Быть может, враг коварный, а может, друг бездарный, да кто их толком разберет? Если лететь не вмочь, если в дороге сердце остыло, значит, тебе помочь. Больше уже никто не в силах, знаешь, я уже не тот и не там. И не с теми, с кем надо. Я как старый анекдот, был смешным, стал бородатым. Здорово, Александр. И песню хочется послушать еще. И хочется спросить, какие твои планы?
Планы? Творческие. Вы знаете, вот, постоянно же спрашивают, какие планы. Да. Вопрос один и тот же. Но я поймал себя на мысли. Этот вопрос всегда у меня в голове по-разному звучит. Вот сегодня он звучит, этот вопрос, у меня светло и радостно. Потому что я знаю, что на данном этапе все хорошо. Все хорошо, планы все те же. Творить, делать музыку. Знаете, вот бывают депрессивные состояния, когда тебе задают этот вопрос, и ты говоришь, планы... Вот, буду писать дальше. Вот. Одни и те же и слова. Умер в этих да, словах. Одни и те же слова, но с другим настроением. Да, наша жизнь полоса белая, полоса черная. Я надеюсь, сейчас она недостаточно темна для меня, поэтому масса впечатлений позади, которые меня подпитывают к тому, чтобы делать что-то дальше. Масса предложений, масса интересных каких-то историй. Более того, скажу, что я очень давно слежу за программой «Под их струн», и вот, например, ждал же, когда же меня позовут. Вот, пожалуйста, я здесь. Разве это плохо? Александр, это прекрасно. Ты не представляешь, вот я рад настолько, что и открытие, я думаю, для наших телезрителей, потому что вот действительно у меня такой, или еще песню послушать, или еще вопрос задать, понимаешь? Интересно очень. Давай песню еще. Хорошо. Вообще, в общем-то, вся история моя начиналась с того, что группа «Экивоки» — это такая юмористическая отношение к жизни, двусмысленные намеки. И вот одна из таких веселых песен. Опять же, твое все. Да, конечно. Выйду на мороз, да посинеет нос, головку прячу свою в шапку, он да. Йоклемене, шапка ондатровая на мене. Йоклемене, шапка ондатровая на мене. Опа! А мороз кріпчав, да мінін гід стращав, да согрівает мой мозг шапка. Он да тровой воз, йоклемене, шапка он да тровая на мене. Оу, йоклемене, шапка он да тровая на мене. Опа! Да на Гринпіс начхать, да каждый должен знать, мозги храните в тепле, кабы не совершиться беде. Йоклемене, йоклемене, шапка он да тровая на мене. Оу, йоклемене, йоклемене, шапка он да тровая на мене. Ну, там долго еще потом соло, развитие, но в двух словах так. Я, кстати, скажу, почему я спел именно эту песню. В соцсетях у меня появилось очень много людей, которые следят за моим творчеством. И вот один из молодых людей просто очень тактично и очень грамотно мне растрогал. Он мне такое написал письмо и попросил, могу ли я исполнять вот просто под гитару вашу песню «Шапка андатровая». Я говорю, ну, конечно, кто же запрещает? Будьте добры, вышлите аккорды. Ну, понимаете, в этой песне настолько такие они не то, что как бы простые. Поэтому я решил, думаю, если он будет смотреть программу, он просто посмотрит на пальцы и сам все снимет. Поэтому вот такой вот подарок, наверное, мы сделаем этому человеку. Александр, спасибо еще раз тебе. Я повторяю, украшение программы. Спасибо за приглашение. Очень рад тоже. Очень спасибо. Это был Александр Сухарев. Меня зовут Наталья, я представляю трио «Фиеста». И сегодня для вас мы исполним свои самые лучшие песни. У нас в гостях лауреаты многочисленных фестивалей и конкурсов авторской песни трио «Фиеста. Город Молодечно». Здравствуйте, девчата! Здравствуйте! Здравствуйте. Давайте будем знакомиться. Как вас зовут? Я Наталья Павлющик. Екатерина Дубовик. Кулашка Светлана. В многочисленных материалах о вас я прочитал. Исполняем песни известных, не совсем известных, совсем неизвестных авторов в собственной интерпретации. В репертуаре есть песни собственного сочинения. На вопрос, какая песня самая любимая, единогласно отвечаем: «Новая».
она всегда приносит удачу. Вы говорили так? Да, подтверждаем. Да, а как же с тем, что вот всегда артист выступает, легче выступать с известной, раскрученной песней, да? У вас есть какая-то своя теория? Мы хотели бы просто, чтобы те песни, которые нам нравятся, и авторов тех, которых не знают, чтобы все узнали, мы же можем. И у вас какие-то были примеры, когда была премьера песни, и это сразу, да, хорошо, песня понравилась, шла в народ. Было да, такое? Ну, конечно. Часто. Мы можем привести пример. Это автор, раньше она жила в Минске, Анна Панкратова, нынче она москвичка. И мы, когда с ней познакомились, ее песни нам были очень близки, они нам нравились, и многие из них потом вошли в наш репертуар. И с одной песней Анны Панкратовой мы стали лауреатами на Грушинском фестивале в 93-м году. Вот таким образом мы популяризировали творчество Анны Панкратовой. Давайте песню. Ждем с нетерпением. Да, но мы не Анину песню споем. Какую захотите. А, ну, любимую. Любимую. Потому что вы же сказали, у нас все любимые песни. Давайте самую любимую. Татьяна Лапкина, «Облака». Снизу крыши, сверху громы, между ними годы мили. Мимо крыш и мимо громов все плывут, как раньше плыли. Облака над домом, где ель к Рождеству наряжают. Облака и там, где тепло, где редиску сажают. Облака ложатся, крадутся то следом, то тенью, то следом, то тенью по вдохновенью. То на запад, то на север, мимо каждого окошка. В небе не до суеверий, но присядут на дорожку облака над теми, кто в Прагах, Гаванах, Парижах. Облака для тех, кто на пляжах, для тех, кто на лыжах. Облака ложатся, крадутся то следом, то тенью, то следом, то тенью по вдохновенью. В небе птицы, море шпроты, утро всех с подушек скинет, бросит банки шпротов роты, поплывут опять над ними облака. Над полем, над лугом, где бегают кони, облака. И там, где с вареньем пьют чай на балконе, облака. Ложатся, крадутся то следом, то тенью, то следом, то тенью по вдохновенью. Спасибо большое, вдохновенно, с такой радостью вы это делаете, с таким вдохновением. Спасибо. Где вы, откуда, кто вас нашел, чтобы вот так вы втроем собрались? Наш коллектив уже существует 24 года, и вот уже на протяжении 2 лет мы являемся творческим коллективом Дворца культуры города Молодечно. Ясно. А как часто вы ездите на фестивали? Ну, стараемся по мере возможности. Каждый год. Ну, да. Если нас приглашают, мы почти всегда едем. Ну, к примеру, в прошлым летом мы участвовали в конкурсе в чешском городе Устье над Лабой. Фестиваль назывался «За туманом» имени Юрия Кукина. И следующая песня, которая прозвучит в нашем исполнении, благодаря ей мы стали лауреатами этого конкурса. Пожалуйста, как называется песня? Автор Наталья Колесниченко, «Держись за меня». «Держись за меня». Пожалуйста. Когда огонь заливает воду, когда кажется, у
этой реки нет броду. Когда слепая фортуна открывает глаза, когда трубка кажется неподъемной и не о чем, даже когда вдвоем и нечего петь, и некому рассказать, когда соберутся все фурии вместе, отсыпят немного тоски и лести, и гордиев узел, что не разрубить мечом, когда покажется больше не будет легче, тогда ты услышишь, как кто-то прошепчет тихо и нежно за правым твоим плечом. Держись за меня, держись за меня, держись за меня, я здесь, как воск, держись. Есть жизнь, держись, у тебя, держись, держись за меня, я есть. Я тоже там, кажется, числю в списках, ко мне эти морды подступали близко, и медные трубы играли так горячо. Но может и стоит сорваться в бездну хотя бы на миг, чтобы позже воскреснуть и чтобы услышать за правым твоим плечом. Держись за меня, держись за меня, держись за меня, я здесь, как воск, держись. Есть жизнь, держись, у тебя, держись, держись за меня, я есть, держись за меня, держись за меня, держись за меня, я здесь, как воск огня, есть жизнь, держись, у тебя, держись. За меня я есть. Держись. Замечательно. Как все у вас согласовано, как вы это все хорошо делаете. А скажите, пожалуйста, как вы выбираете себе песни авторов, с кем вы сотрудничаете? Чаще всего с авторами, с нашими любимыми, мы знакомимся на фестивалях, общаемся с ними, и, естественно, уже не можем не петь их замечательные песни. У нас есть такие авторы, как Анна Панкратова, у нас много ее песен в репертуаре, Александр Вербицкий, он из Николаева, и сейчас мы очень полюбили Наталью Колесниченко, мы много ее песен поем. И стихи, и музыка, да? И стихи, и музыка. А вы сами не сочиняете? Мы сами тоже сочиняем немножко, да. И вы сейчас послушаете. Давайте, с удовольствием. Авторскую песню. Кто написал и как песня стихи называется? Стихи Татьяны Атрошенко, музыка Натальи Павлющик. Поглядая униз употай, хто ступає под гэты дах, дзе давно не гучалі трэлі, і музыка ён тут адзін. А каліць крышталём звінелі флейты, скрыпкі і клавесін. Мешались все оттенки счастья, радости и туги, и сдавалось долгим тенем пара тихая ляраки. Тишни водной живой истоты ледь кивая галинкой без,
дожик піша на вокнах ноти, напяваючи паланес. Вельми пригожа. Шикоўна. Вялікі дзякуй. Дзякуй вам вялікі. А скажыце, пожалуйста, вы преподаёте в музыкальнай школе, да? Фортепиано, гитару, как я знаю. А у вас есть подопечные любители авторской песни или нет таких? Ой, да. Есть, мы, да? Мы с Екатериной, вот, мы работаем в гимназии, не в музыкальной школе. Да, в гимназии номер 10 города Молодечно. И у нас там есть факультативное занятие «Игра на музыкальном инструменте». Я преподаю гитару, и Екатерина фортепиано. А подопечные у нас такие замечательные. Вот рекламная пауза. Дарья Коптюх, пожалуйста, найдите в интернете записи Дарьи Коптюх, послушайте. Авторская песня. Она полный автор, и слова, и музыка. И вы не останетесь равнодушными. Очень хорошо. Нам нужны талантливые авторы, исполнители, поэтому с большим удовольствием. Какая следующая песня? Значит, есть у нас один такой знакомый бард, Александр Валь. Очень хорошо знакомый. Да. Однажды мы были на фестивале на зеленом гран-при в Гродно и услышали такую песню. «Не бери жену на море». Да. Нам стало как-то так вот обидно за наш вот женский пол, да. Я подошла к Саше, говорю: «Саш, ну давай мы как-то это, ты нам напишешь песню, а мы ее споем. Потому что мы так, как ты, вот так здорово, вот мы не напишем». Прошло какое-то время, он мне на электронную почту сбрасывает 2 куплета, говорит: «Дальше уже не могу». Говорит, с другой стороны, говорит, как-то это странно смотрится. Говорит, вы там что-нибудь допишите. Значит, вот мы дописали, и получилась другая песня. Я скажу вам по секрету, хоть бы даже всему свету, ничего на свете нету лучше отдыха втроем. Мы на море вместе едем, отдохнувшие приедем, если дети и свекрови, еще кошки и собаки, крысы, рыбки, попугаи, еще все наши мужчины, с ними дома посидят. Не бери на море мужа, поживи себе красиво, искупайся в теплых взглядах неопознанных мужчин. Не бери на море мужа, он утонет в море пива, на него глядит тоскливо, будет 1000 причин. Не бери на море мужа, будет он как тонна груза, как несносная медуза, как назойливый комар. Не бери на море мужа, не бери, это страшная обуза, не бери, а его большое пузо бросит тень на твой загар. Не бери на море мужа, телевизор пусть гоняет, с холодильником в обнимку на диване пусть лежит. Не бери на море мужа, он калорий не считает, свои планы на диету можешь сразу отложить. Надо жить, жить, жить красиво. Дамы приглашают кавалеров. Браво, браво, очень красиво. Спасибо вам большое. В конце каждой передачи я пою для наших гостей песню.
Я хочу для вас спеть песню, которая называется «Пробуждение весны». Я не знаю, как у вас в Молодечно, а у нас в Париже. На замерзших окнах автобусов, троллейбусов, трамваев, метро французы пишут «Cherchez la femme», что в переводе на русский язык... Ищите женщину. Как? Ищите женщину. Ждите, и будет тепло. Пробуждение весны. Вчера мой кот взглянул на календарь и хвост трубою поднял моментально. Потом подрал на лестницу, как в старе, и завопил тепло и вакханалина. Весенний брак, гражданский брак, спешите, кошки, на чердак. Весенний брак, гражданский брак, спешите, кошки, на чердак. И кактус мой, о чудо и чудес, залитый чаем и кофейной гущей, как новый Лазарь взял да и воскрес. И с каждым днем прет из земли все пуще зеленый шум. Я поражен, как много дум наводит он. Зеленый шум, я поражен, как много дум наводит он. Уже с панелей смешиваются грязь, ругая скалы дворники лихие. Уже ко мне забрел сегодня князь, взял теплый шарф и лыжи беговые. Весна, весна, пою как бард, несите зимний хлам в ломбард. Весна, весна, пою как бард, несите зимний хлам в ломбард. Бард, создатель мой, спасибо за весну. Я думал, что она не возвратится, но дай сбежать в лесную тишину от злобы дня, холеры и столицы. Весенний ветер за дверями, в коп любится, черт возьми. Весенний ветер за дверями, в кого полюбить. Черт возьми. Эх, раз, да еще раз, да еще много, много раз. Эх, раз, да еще много, много раз. Весенний ветер за дверями, коп любится, черт возьми. Спасибо. Спасибо вам большое, потому что вы внесли в нашу программу душевность, искренность, теплоту и вдохновение. Это было замечательное трио из города Молодечно «Фиеста». Спасибо вам большое. Мы будем всегда рады видеть вас в нашей программе. До новых встреч. До свидания. Дорогие друзья, это была программа «Подых струн» и я ее ведущий Анатолий Длузский. Заходите на наш сайт. Мы ждем новые встречи, новые песни, новых авторов-исполнителей. Счастья вам, здоровья, любви, всего самого-самого хорошего.